Всем доброго дня. Сукулукский район, Новопавловская, номер один школа. Новопавловка, село, школа номер один. Только что, перед моими глазами, еще чуть бы ребенка с матерью сбили. Еще чуть бы не сбили, то есть, извиняюсь. Тут 2 года назад дело в том, что ребенка сбили насмерть, школьника. У него аж голова отлетела. Все, наверное, помнят, это 2 года назад было. По новостям везде показывали. Так они быстро все установили. Светофор вон тот максимум проработал 2 или 3 месяца. И все, всем наплевать. 2 года прошло. Зебра вся стерлась. Практически ее не видно, если заметите. Вот, практически ее не видно, она вся стерлась. Знаки выгорели. Выгорели. Вон, посмотрите на знаки. Сейчас я вам отсюда засниму ее. Вон знак. Видно ее? Он весь... Ну, там вообще ничего не видно, он весь выгорел. Знак вот выгорел весь. Опять все несутся, как бешеные. Не видят ни знаков, да и знаки тут не видны. Зебры нету, вся стерлась. Еще чуть бы, только что перед моими глазами ребенка не сбили. Машина еле-еле тормознула. В общем, вот так. Займитесь, пожалуйста, этим. Или опять ждете, как 2 года назад у ребенка тут голова полетела.